Карпов, в общем, мог бросать и сам. Ну, наверное, и стоило бы бросать. Хотя Дронов. Дронов пробивает Бояркина. Подключение к атаке. 4-0. Вылезает защитник Магнитки на пятачок. И получается, что Дронов отличается у нас уже второй матч подряд. В прошлом матче он также забросил шайбу. Тогда но броском это, со средней. Это очень легкая шайба. Но вот нельзя было такое допустить. Причем казалось, да, все уже, атака в Магнитке закончилась, да, после вот этой вот передачи Карпова. Карпов здорово сыграл. Он как раз сблокировал игрока Мороу и, соответственно, опять Мороу на площадке. Дал вот этот коридор для того, чтобы Григорий Дронов мог вылезти на пятачок и переиграть вратаря.